Максимом. Делаем скет и фотосессию. Всем привет-привет. Мы начали. Вот этот магазин мы пришли. Здесь большие размеры Бьюкбеды, но я видела, и на меня тоже можно подобрать. Неплохой товар был, но мы были сколько? Год назад, наверное, здесь. Мне понравилось. У меня подруга крупных размеров, ну, которая от меня отказалась. Продолжу так, чтобы вы меня видели. У меня подруга крупных размеров, которая от меня отказалась. Вы знаете это видео с моей историей. И вот она хотела приехать сюда, но мы ее пригласили. И я сказала, что есть такой магазин, и мы пришли сюда. Ради нее сюда. И вот мне очень много чего понравилось. Зайдем сюда. Друзья мои, а в этом магазине мне разрешили поснимать. Вот, посмотрите, пожалуйста. Девочки разрешили. Видите вы или нет, посмотрим, что здесь интересного. Мой Ашкем сразу сел. Музыка, не знаю, забанят меня или нет. Ашкем, сэндвичек. Так, ну вот покажу вам. Представляете, большие размеры. Начинаются с 44-го. Это стоит, не написано. Посмотрите, какие хорошие вещи. Сочетание желтым и черным. Большие размеры. Смотрите, какой классный. Очень жаль, что нет моего размера. 120-130 лиры это. И брючки есть, видите? Очень красивая. Такое желтое, темно-желтое, тоже интересное платье. Цена 170. Такая интересная черная сорочка. А вот мне понравилось. Интересное что-то с рукавчиками. Ну, посмотрю сейчас. Так, цена 120. Но качество жарковатое. Юбочки такие классные, но большой размер, очень большой. Это тоже интересно, да? Сорочка, посмотрите. Так, покажу вам со стороны. Еще покажу, сейчас я вам так вообще обзорчик здесь сделаю. Цена 140, 42 размер. Вот такие халатики оригинальные. Блуза красивая. Это что-то модное очень. Значит, будем искать магазин, где есть меньше размеры. Не повезло, надо ехать мне в центр. Но я знаю два магазина, я вам говорила. И поеду туда. Посмотрите, какая интересная вещь. Очень красивая, не так ли? Посмотрите. Такой цвет тоже приятный, может, не отдает. Такой нежно-нежно, бледно-розовый. Так, эта накидка стоит
128, 129, ну 130 лир. Отлично. С капюшоном. Мне понравилось. Такая тоже нарядная платьица. Такие сорочки, но не жарко будет сейчас. Это для мою маму можно здесь подобрать. Мама моя такой вкус сейчас. Ашким саджи буюк беден, беним беден йог. Ну, гестериорум. Саджи бурада, ама. Так, ну посмотрим сейчас украшения. Лир вот такие вот сережки оригинальные, не так ли? Дур кидели. Почему-то мне тянет на красное. Смотрите, вот эти красные какие красивые. Ой, ну только не с моим мужем, ой, вот тоже сверкают все. Цену не знаю. Красивые вещи. Но сейчас у нас много покупок. И в следующий раз я это сама приду и все подберу. Не повезло мне, друзья мои. Такая тоже хорошенькая. Видите, цена 140. Приятная моя. Так. Музыка здесь, наверное, меня забанит. Какой огромный магазин, видите? Ой, как мне понравился этот комбинезон. Ну, тут открытое, мне такой ашкем не даст носить. Посмотрите, какой красивый. Юбочки такие интересные. В общем, посмотрите, тут есть на каждого, на вкус, на любой, у кого крупные размеры. Так что приезжайте в Мерсин, я вас научу, где находится этот магазин. Пошли мы. Продолжим мы путь дальше. А вот здесь вот вечерние платья. Сейчас они стоят все со спиной, но... Вот, посмотрите, какое тоже красивое, беленькое. Это я сниму снаружи. Вот что-то такое мне нравится. 98. Каких хотите оттенков, расцветок. Все. Вот и закончила я обзор. И разных цветов. Красиво. Хочу показать вам такой красивый магазин, салон, где продаются и новые машины, и использованные уже. Красивый, да? Красиво. Мой муж говорит, две машины купил он здесь, в этом салоне. Бедный, тащит зонтик и пакет. Вот район Соли мы подходим. Соли. И старых домов много здесь, и новых. Новостройки там. Это вот туда прямо, прямо и сторона моря. Друзья мои, мы подходим в Соли-центр. Здесь район Соли. И вот море там, видите?
Сейчас мы зайдем, посмотрим, что там за Алишвериш центр. Здесь, значит, в этом центре, в Сали-центре есть бренды Polo, Mavi, Cotton De Facto, Batik. Не такой огромный, как Мерсин-центр, но немало, ну средний такой. Так, банкоматик здесь, и вот вход отсюда. Кафетерии. Вот отсюда вход. У нас проверили температуру. Вот так вот там проверяют. Вот на такой лестнице поднимаемся мы. Опа. Вот такой вот центр. Так, покажу вам быстренько. Много не буду задерживаться, потому что он большой. Да? Мне понравилось вот платье. Меряю. В раздевалку нельзя заходить. Еще такое желтое взяла. Посмотрим сейчас, какое лучше. В общем, накупились мы с мужем. Тапочки купили себе. Полу. Платьице купила я, красное. Приду домой, покажу. Хотела палантины взять, но здесь нету. Такие мне не подойдут. Понравились мне вот такие сережки красные. Одна штука. И я взяла другого цвета. Это сильно простые. Хотя на лето сейчас можно, не так ли? Тоже маленькие, интересные штуки. Ну, летом можно такое доносить. Небольшой здесь центр, но есть, конечно, и качественные, и дешевые. Вот такой вот чемоданы там это. Ну, жарко. Я смотрю, что продавцы в масках и меняют часто их на кассе. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.